еще на диване. Всем привет, друзья мои. Сегодня у нас понедельник. Какое это число? 15 июня. Всем тепло, хорошо. Шикарно. Вот. Сыном идем на Волгу. На диване мы точнее. Да. Первый раз без мамы. Все время с мамой. Сейчас пойдем. Нет, мы еще когда у меня в садик ходили без мамы. Да. Да, вот дорога. Да. Такая вот зеленая. Ну, как бы хотели как лучше, получилось. Ну, ну хотя бы хоть так вот. Чтоб... Ну хотя бы яма не открыли. Нет, яма, да. Ну, ладно, сейчас пойдем. Пойдем сейчас купим что-нибудь попить. Лимонад, либо квас. Ну. Бюджет у нас 50 рублей, так я немного не беру с собой. О, смысл. Ну вот, он лимонад за 25. Сейчас пойдем, посмотрим, сейчас пойдем через лес. Вообще красиво будет. Ой. Да, и страшно, да? Не, не страшно. Ну ладно. Я уже что-то не видел. Ну, молодец. Ты не испугался. Ты что? Так, так вот. Ну ладно. Пошли мы, короче. Так, прям ходим в магазин. Чем попить? А, да, потом. И пойдем на Галанина. Пойдем. Ну, где-то минут 15. Галанин такой заливчик от Волги. Искусственно созданный, там добывали. Совсем же тепло и жарко даже. Да, добывали песок, поэтому там пляж должен быть нормальный. Здесь только ничего не перекрыли. Ну что, пойдем поразведаем. Ну если ты закрыли, долго я не было. Долго мы там не были. В общем. Вот и долго. Да. Ну ладно. Где-то месяц, а то год, наверное, тоже точно не было. Ну вот, в прошлом году не получилось так. Ладно, все. Ну ладно, мы как бы вышли из магазина. Купили да. Вот этот квас. Вон квас. Желтая бочка, очень вкусная. 2,5 литра. Да, 78, очень вкусная желтая бочка. 78 рублей. Так. Тут дорога. Машина, иди вперед. Дорога, машина. Все как полагается. О! БМВ, сейчас я концентрирую. Тут виден Вагин. Прям виден Вагин. Так, там мы будем сосенки, елочки. Сейчас будем переходить дорогу. Да? Это еще черта города. Это вот черта города. Но сейчас мы сюда подойдем. Так, как идти пойдем так? Давай там пойдем. А там, ну, плохо идти. О, там плохо. Да. Вот эта дорога на Москву у нас идет, на Москву. Вот машины едут практически все из Москвы. Ну, Московская область, грубо говоря. Ну, вот там, там за той заправкой уже Московская область практически. Тихо. Стоп, пошли. Да. Вот мы теперь еще идем, заходим в лес сейчас. Там вон, у нас черта города, тут вот уже птички поют все. И замечательно. Все хорошо. Люди отдыхают, вон уже приехали. Ага.
люди уже ягоды собирают. Да? У нас клубнички еще нету. Нету еще клубнички у нас. Все, мы уже в лесу. Такой запах красивый. Птички поют. Птички поют. Ага. А, красота. Красота. Ладно, сейчас мы немножко пойдем. Потом еще включу. Долго будем идти снимать. Замучитесь, смотрите. Так вот. Вот в лес мы зашли. Идем. Идем. Вот. Все покопаем, все поправим. Там мусор. Тут газопровод проходит новый. Никогда не мусорите в лесу. Да. Если будете выключать перемогу, больше никогда не уйдете в лес или на озеро. Вот тут у нас. Вот тоже. Ой, давно я здесь не был. А я вообще первый раз. Первый раз, ага. Вот здесь стоянка туристов, особенно вот здесь. Сейчас покажу ее, стоянку туристов. Ну, заехали, выпили, отдохнули, накидали. И все. Вот она. Стоянка. Туристы, вот они. Бычки. У нас тут бычки, там презервативы у нас валяются, все шикарно. Пошли. Давно я тут не был, короче, но тут уже из дождей, тут немножко холодно, мокро, нормально. Но видишь, на велосипедах они не гоняют сюда, они ездят вон туда, туда вот ездят там. Вот. То есть мы можем просто взять вот так и пойти. Вот. На велосипедную дорожку выйти. Велосипедная дорожка. Фу. Мухи летают. Ироды. Мухи. А вот велосипедная. И вон туда вглубь уходит уже все. Там люди бегают, прыгают, короче. Да? Вот. Берегите. Да, вот. Берегите лес от пожара, пожалуйста. Вот. Телефоны. Можете записать, позвонить. Да, если что. Так, что у нас по черники. Черники у нас пока пусто. Это черника. Пока пусто. А вот земляничка растет. Цветет типа. Мухи тут. Комары. Очень много комаров. А так вот она черника. Вот это все черника, короче. Вот черника, да? Угу. Папоротник. Пожалуйста, папоротник. Вот он, папоротник. Замечательный папоротник. Вон. Фу, какие мухи так огромные-то тут летают, а? Да, какая у меня муха попасть себе. Огромнейшая. О! Сейчас мы это идем, короче. У нас еще долго идти. Так говорю, минут 15-20 там идти. Если только дойдем. Я думаю, что не дойдем. Надо было на машине. Ну да ладно. Да, погуляем. А ладно, ладно. Успокойся. Дойдем, дойдем, не переживай. Ты сразу на машине поедем. Эх, вы отвыкли. Эх, вы молодежь. Я тут бегал раньше. Бегал так. Ой, там комар. Ой, там кто-то. Кто-то тыщит. Слышь, тыщит. Я так упал. Вот. И все. Практически
Нет, мы еще не дошли. Еще даже половину пути не прошло. Там он далеко-далеко. Мы еще половину пути не прошли, так что все интересно будет далее. Да? Я помню. Еще здесь даже не убрали. Хотя бы могли убрать. Вот это вот соединяется с той тропинкой. Там хорошо ездить, кататься на велике. Это я точно знаю. Ладно, мы пошли дальше. Даже в лесу можно встретить, ну, что-то наподобие ручья. Коричневого цвета, но это от берез, от сосен. Ребенок уже бедный, уставший. Но мы прошли полпути. Мы сделали это. Лёпка, ты рад? Знаете, как это? Сколько будет испарений-то. Снега-то. Воды-то сколько, а? Мы в следующий раз пойдем поверху. Обратно пойдем поверху, по другой тропинке. Сейчас будем переходить, а? С тобой. Пойдем вот сюда наверх залезем. Здесь. Да, тут идти. Не живут у нас в июне месяце красота красивая моя, моя. Лёвк, вот тебе и поход. Ну ладно. А то будет вспомнить, что будет сочинение писать, как я провел лето. Один день, жарким июньским днем, мы с папой пошли на Голландию. Папа повел меня по красивейшим местам. Да? Ладно, нормально. Кстати, он пиво сам несет. И квас сам несет. Никто его не заставляет нести. Все. Мы же дошли до железки. А там рукой подать. Левка. Ну вот тоже развилочка, да? Мы уже на развилочке. Вот у нас железная дорога. А там уже все. Мы почти дошли. Я просто сыну устал уже. А этот нормально. Ну, я-то знаю дорогу. Вот. Если бы, конечно, не переходы вот эти бы по лужам, то мы дошли быстрее бы. Ну, а так, видишь, нормально. Смотри, стрекозы, ты видел столько стрекоз, Лёв? Нет, ты не видел. Нет. Где ты видел? Пожалуй, стрекоза, понимаете? Красота. Лопота. О, с какого года-то? Если быть точно, я последний раз ходил здесь в году, наверное, 2014. О, сделали подмосток. Раньше не было подмостка. Сейчас сделали. Все, переходим просто линию. Это у нас в Калязин. Это в Москву. Вот мы переходим, нормально. Все хорошо. Или вот сошли мы в лес. А теперь мы будем спускаться с горки. И Лёва, мы прошли больше половины пути. Сказать тебе. Больше. Вот зимой здесь вот тоже лыжня. Вот она. Лыжня тут проходит.
До туда, до низа. А, человек идет уже. Павший, да? Ну вот мы сейчас спускаемся, короче. Ну мы почти спустились. И сейчас нашему взору, дорогие друзья, будет то, ради чего мы сюда пришли. Да, Лев? Да, сынок? Мы почти дошли. Да. Вот у нас такая красота. Вот полянка, вон видишь, красивая полянка. Там можно вон сюда заезжать. А не знаю, как сюда заезжать-то. Там железная дорога, я не знаю, как. Ну, на лыжах, наверное, тоже на лыжня какая-нибудь. Вон люди едут. Видишь? Вот. Все. Все, считай, мы пришли. Вот, слышь? Слышь, музыка играет. Ну вот, мы пришли. Нормально. А бегать не болят, да? Ну все, мы как бы из лесу вышли. И же вот так вот хорошо, ну припекает. Припекает. Вот она, Меланина. Вот там. Все, иди вперед, по тропинке. По тропинке. Там УАЗик застрял сзади. Вот. Пошли. Молодцы, идем сюда, Лев. Будем сейчас выбирать место. Место у нас. Пойдем туда. Смотрим. Нет, пойдем наверх. Потом посмотрим. Не, ну давайте наверх, короче. Ладно. Ну там УАЗик застрял, короче. Ну, люди отдыхают. Поехали. Отдыхают. Сейчас мы пониже пляж. Нижний пляж подойдем, чтобы можно было залезть, вылезти. Нормально. Да, шикарно. Но вот мало. Ну, друзья. Ну, вот она, Меланина. Меланина. Сейчас посмотрим заход где. Вот люди. Да. Тишина, спокойность, красота. Так. Ну вот. Что, здесь будем? Здесь заход хороший. Но тут, блин, не поплавать. Там вниз, вверх. Там народ, наверное, полно. Там не выйдешь. Давай здесь. Ну чё, ты моряк. Ты маечка, я моряк. Ты рыбочка, я рыбак. Ёпарасоте. Уй.
Не, положи он на. Да, молодец. Да, далеко не плавай, короче. А сейчас. Ух! Всем привет, чё? Водичка. Ну еще немножко и пойдем уже. Хватит накупались так. Да. Так ветер поднялся просто холодненький так. Что там? Какие? Ух ты! Что тут летает все? Ну как-то так. Все, мы купались. Тут УАЗик застрял. Чё? А вон иди там помой руки, голову. Ой. Всё. Да вот, вон там, вон, вот тут вот. Мой, вот тут мой. Всё? Ну, пожелаем, Али. Пожелаем удачи. Да. Ну все. Пошли. Так мы сейчас. 4 километра. Да нет, давай засечем время. Сейчас 15:17. И вот сейчас будем идти. Сколько там времени там, не знаю. А быстро сейчас зайдем. Ну ты рад? Упался. Ну не сильно. Нам, ну, рад. Ну и все нормально. Еще придем. Еще придем. Похоже, по короткому пути, если он тут есть. Короткий, короткий, сейчас покажу короткий. Сейчас мы выйдем здесь, а потом пойдем по другому. По другой стороне. По другой стороне. По короткому пути.
У нас тут красота, да и только. На, пакет. Ой, хорошо. В лесу. Ладно, пойдем дальше. Ой-ой-ой. Вот иду, думаю. Как же хорошо, да? Сегодня с погодой повезло. Вроде бы. Давно у меня такого не было. Выходного, что ли, допустим. Ну, не дела какие-то делать. Потому что, блин, если честно, уже устал. Каждый выходной что-то такие дела. Хочется просто время провести с детьми, с семьей, не знаю. Нормального выходного нет. Ну, надеюсь, что в ближайшее время будет получше. Может, разгребемся. С огородом тоже. Ну, честно, уже что-то уже как-то и не хочется уже даже сажать тут картошку, тут все. В этом году вообще дожди, так не залили вообще огород. Сейчас не разойдешь ни в него, ни туда, ни сюда. Знаю, может, в следующем году будем делать уже как отдых. Так. Ну, просто там, чтобы дети могли появиться там, чтобы бабушки все равно это. Не знаю, короче, поживем, увидим, как говорится. Сейчас вот идем, наслаждаемся пением птиц, природой. Ну, погода сегодня нормальная такая, 25-24 есть, наверное. Сейчас дойдем. Кстати, мы уже идем 4 минуты днем. Ладно, еще раз поедем, когда-нибудь покажу еще что-нибудь интересное. Сейчас просто. Да, да. Нет, почему? Мы назад идем. Назад сюда быстрее. Так что вот так вот. Так. Так. Вот тут мы. Вот мы опять на железке. Мы шли. Поднимались вот здесь. Сейчас мы идем прямо вот так вот. По другой дороге. Это дорога для велосипедистов. А вот эта тропинка, она идет вдоль дороги железной. И выходишь на переезде. Там можно уже куда угодно. Ну вот тут все. Рубят, пилят, все такое. Вот. Ну, мы сейчас дойдем. Дойдем. Корни. Ну, сколько уже? 8 минут. 8 минут идем. В принципе, нормально. Так что вот такие вот дела. Друзья, я сейчас изменил, что ли. Вот пытался на машине проехать здесь. Да, что-то какая-то. Только постройка. Так гуляли на поляне. На поляне гуляли. Так что вот такие вот дела. Вот, посмотрите, сколько тут воды. Воды. Это вот дожди у нас были. Все, натекло здесь. Даже глубоко, я бы сказал. Глубоко.
руку? Конечно. Хорошо. Ну все, залит, короче. Там дальше залито. Так он ходит на водах лучше катайся. Вот на деревья дышать. Ну да. Да-да. Воды много. Может ягоды попрут. Ну ладно. Ну все, мы вышли. Вот опять дорога. Может почти. Домой. Ты че кашляешь? Заболел? Сейчас машины проедут. Стой. Подожди. Сейчас какая машина проедет. Синяя, это не просто или знакомая? Это синяя. Да, это не видно. Да. Так, подожди, сейчас. Все, пошли. Пошли, мой милый друг. Вон там, это заправка. У нас. Идем! Куда пошел? Мы с пятачком. Вот. Вот и все, друзья. Как бы мы погуляли, отдохнули. Но... А, вот такие вот дела. Не знаю. После вот этого видео, наверное, выйдет другой мой. Видео разговорное. Есть мне о чем поговорить с народом. Вот, окей. Все, дождевая вода идет. Коричневая какая-то дождевая. Что в лесу, что там, везде, да, вот коричневая дождевая вода. Это будет в другом видео. Не буду это засмотреть. Ой, собаки. Собаки. Все. Сейчас мы все уходим. А, ушли. О. И что же там за собака такая, если она так все ломает? Что там за собака? Давай перекину тебя, посмотришь. Что там за собака? Так мы выходим на обычную. Что? Ну вот сюда пойдем. Куда? Зачем? Зачем? Ну все, на этой замечательной ноте я завершаю это видео. Да. Вот, всем хорошего настроения, всем позитива. Ну и всего-всего. Все, на этом все, друзья мои. Пока-пока. Спасибо, что были все это видео с вами. Лайк, подписка. Списка, не знаю, что хотите. Всем удачи. По скрипту. Давай ты, Лёв, ты сначала пойдешь впереди, а потом выйдешь и покушаешь. Пойди, попозже он выйдет. Я кушаю, я пьяна. Молодец. Лёва, приходи на мою улицу.